Всем привет! Сегодня мы построим мост через реку. Это можно использовать как мост и еще как паркур. Многократное нажимание кнопки активирует режим паркура. В конце видео я вам покажу свой вариант паркура, но если хотите, можете сделать свой. Время туториала. Для этой постройки вам понадобится 86 поршней и 50 таймеров. Просто повторяйте за мной, чтобы у вас все получилось. Но если у вас будут какие-то проблемы, напишите о них в комментариях, я вам обязательно отвечу. Здесь я поставил 27 поршней. Длина основания 253 деления. Ставим 50 поршней на одинаковом расстоянии. Выделяем все поршни на основании и их длину ставим на 6. Длина первого и последнего поршня 5. Ставим доски на поршни и так до конца. Сделаем их пошире, чтобы здесь могла проехать машина. У одного из задних поршней длину ставим на 5. Теперь привязываем задние поршни к одной кнопке. Спереди и сзади делаем места для кнопок. На подставке, где находятся кнопки, поршни привязаны к первой кнопке. Под каждой доской ставим по одному таймеру, получилось 52 таймера. Таймеры привязываем друг к другу и каждый таймер привязываем к своему поршню.
Самый первый таймер привязан к кнопке, которая находится в начале, и кнопке, которая находится в конце. У всех таймеров скорость ставим на 0.25. Все готово, сохраняем и давайте проведем испытание. Активируем первую кнопку, чтобы мост опустился под воду. Если вы все сделали правильно, то первая кнопка будет находиться у вашей команды, а вторая у команды соседа. Активируем кнопку, и над речкой появляется мост. Нажимаем еще раз на кнопку. Так, сейчас я покажу, как этот мост превратить в паркур. Для этого нужно последний таймер выделить с помощью гаечного ключа и привязать к самому первому таймеру. Далее этот таймер, он уже привязывал к кнопке, но я его еще раз на всякий случай привяжу, уже кнопки пониже. Готово. Теперь можно сохранить, можно две версии моста сразу сохранить. Теперь активируем кнопочку, запускаем мост, как и делали в прошлый раз. И теперь нужно активацию сделать. По мере сложности сейчас я вам скажу, как регулировать. Если вы нажмете один раз, потом через некоторую паузу еще раз, но через паузы, тогда будет сложный. Но если, чтобы сделать стандартный паркур, нужно просто кликать на эту кнопку. Теперь чередую, чтобы они поднимались и опускались. Сделаю чуть побольше паузы до того момента, как она дойдет до... После этого они уже начнут заново появляться. Паркур готов. Кто будет проходить? Первый раз я. Возьми пушку, можно включить PvP-режим и играть с друзьями. Кто сможет пройти паркур, не получив ни одного урона? Сейчас я покажу. Кримсон, возьми пушку и готовься в меня стрелять. Если я получу хотя бы один урон, сейчас я на другую сторону переправлю. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Games. Всем пока.